Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Ну, мне там понравилось. Вот, видите, мы еще про Элкина много того узнали. Че сразу узнали-то? Все, тихо. You know anywhere you can get underground, go there at once and run this defibrillator. Угу. Нам под землю надо. Можешь говорить. Не буду, наверное, все-таки я пойду, потому что эти паузы, молчи, не молчи, сейчас будут людей напрягать, и поэтому. Ну да. Вот, ну, в общем, тебя. Вот так вот как-то все это происходит. Да, как обычно. Лучше, либо нам лучше, надо... лучше чатик. Чатик заполняй. Да, да. Чтобы мне опять выдали бан ни за что. Сделай меня модером, кстати. А, вот тут возникает небольшая проблема, я не знаю как. Потому что модеры тут свои, насколько я знаю, и делать вроде... Не, вот смотри, ты идешь на ГГ, нажимаешь на кнопочку 14, ну, в зависимости, кто в чате, там вылазит чат. Потом ты берешь в окошке, по-моему... Ну, я понял. И пишешь там «сделать модератором». Сейчас мы сделаем Элкина модератором, он будет радоваться. Или можешь... Так. Угу, нифига не так. А на этот, на настройки, если щелкнуть? No. Ах, фиг с ним. Можешь сделать его помощником, вот мне пишут. Вопрос только как? How? Могу в игнор лист тебя добавить. Не, спасибо, я уж как-нибудь так обойдусь. Может, там какая-то команда нужна? А, вот, помощник стримера. Все, вижу, нашел, походу. Правой кнопкой по моему нику. Вот, я тебе даже помогу, видишь, я в чате. Где ты в чате у нас тут? Вон, и просто там назначить модератором. Правой кнопкой по мне и назначь модератором. Все, вижу. Ты модератор, успокойся. Модератор? Модератор, да. Успокойся. Так. Ну все, тогда переходим к игре, а Элкин нас тем временем покидает. Ну все, давайте. Давай. Пока. Пока. Вот как-то вот так вот мы с ним обычно и стримим. Ну а сейчас поехали. Спасибо, кстати, за помощь, Алсаир. За то, что рассказал, как делается это несложное дело. Так. Нам, кстати, наверх никак, да? Ага. Так. Окейшки, перемещаемся. Итак, мы в канализации. Чем... Канализация интересна тем, что здесь полно бомжей, полно опыта. И есть маленький квест, о котором... От которого я офигел, на самом деле. Честно, офигел, потому что я не ожидал такого поворота событий. Вот прям, прям совсем. Так. А, ну и еще кое-что, здесь есть какашки. Ау! Так. Хм, давайте кого-нибудь убьем. Ну или хотя бы покалечим. Например, вот эту крысу. Ты будешь страдать больно. На. О, слушайте, а он неплохо так и побил, я вам скажу. Так, ну и, естественно, Баттерс. У него всего одно умение, которое я обычно юзаю. Потому что остальные отстой. Не, серьезно, не вижу смысла юзать что-то другое. Все, мы победили.
Ладно, нам в эту сторону. Надеюсь, вы готовы, ребят. Потому что, когда я начну вот этот диалог, не факт, что он вам понравится. Down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago. This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No, they were being watched by the babysitter. Babysitter quit 4 months ago when you threw up on her! Don't you fucking yell at me! Don't you excuse us a minute! Don't you ever make me find a stranger like you, George! You talk on him, and you don't know where you can go! Fuck you, now you can't kill the pinky skin! Don't fuck you, I'll fuck you! Howdy, how? Listen, I gotta get my wife some help. Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Cornwallis. Tell them their father wants them home right away. My baby! Bring me my baby! You're a fucking train wreck! Ну вы поняли. Не, Элкин, у меня лично не тормозит. Ау. Так, главное на самом деле нападать первому. Так, от нас, видимо, не отстанут вообще, поэтому мы будем нападать, нападать, нападать и нападать. Так, кого бы из них нападать? Тебе. Готово. Так. Щиты. Так, что у нас здесь есть? Да, этого вполне хватит. Всех тошнит, это отлично. Кого будем убивать? Тебя. Больно. Блин, да он ее к чертям размочил вообще. Сейчас посмотрим, что там Элкин у нас создал. Голосуем за нет. Вот я все равно озвучивать не буду, потому что я изначально сказал, что я не буду озвучивать. Так что Элкин, ты попал, просак. Потому что я считаю, что здесь вполне себе отличная озвучка, а русская озвучка будет убивать игру. Отлично, у нас новая знакомая Эмбер. Так, кстати, у нас там знакомых поприбавилось, по-моему, да? Да, плюс 8 друзей. Черт, у нас Иисус в друзьях. Так. Здесь что-нибудь новенькое есть? Нет, тут здесь что-то новенькое есть. Шлем оруженосца. Так, а здесь... О,
Одно умение новое. Так. Я думаю, это нам пригодится. А может и чуть больше. Пройдем все подземелье. Возьмем какашки. Опять бомжи. Так, ну что, давайте убивать бомжей. Это плохо, это неправильно, но это работает. А самое главное, что тошнит всех. Молнии покарай всех. Черт! Меня поимела мышь. Это даже как-то обидно. Так, давайте поимеем мы мышь в ответ. О чем я говорю? Триста семь урона. Офигеть. Добей его, Баттерс! Давай, мужик! Ну, и да, отлично. Правильный урон. И да, я не пользуюсь там кое-какой фигней. Под названием Пукамагия, или как она там называлась. Это ужас. На! На! Да, всех стошнило, отлично. Вызываем Баттерса, вызываем Мегамагию и поехали опять. Если бы еще вот эту заставку можно было бы пропускать, было бы все вообще великолепно. О, новая магия. Ну как вам? Так, разбитая бутылка. Больше здесь ничего вроде бы нет. Это хорошо. Боюсь, старики, она бесполезна. Почему их не испепели, его понятия не имею. Так. О, жезл разрушения, это ужас имбалансный. Это, ну, не такой уж имбалансный, ну, плюс 50 урона, говорит само за себя. Хотя дилды инопланетные тоже... Ладно, не важно. Так. Секать крою. Мы вернулись на начало. По-моему, еще там надо вверх было бы сходить. Так.
Это еще что за... А, ну, видимо, туда надо что-то положить, чтобы что-то вылезло. Окей. Мне эта мысль однозначно не нравится. Так, где остальные малыши? Надо будет их найти сейчас. Твою мать! Я чуть не обгадился. Я побью тебя. Черт. Это было слабее, чем мне показалось. 5 мегабайт магия Баттерса. Убей всех, мужик. Черт. Их всех тошнит, но это нормально. Точнее, стоп, я же не могу уже использовать. А, ну, кстати, единственный минус от любого JRPG, то, что здесь, к сожалению, можно... Бонус к атаке, он тебя еще отхилил, кстати, по-моему. Здесь еще можно атаковать тех, кого ты уже атаковал. Он нашел новую подстилку. Паттерс, о чем ты? Так, лезем наверх. Да и остается надеяться, что там не будет ничего плохого. Ну или хотя бы очень плохого. Так. Потому что это четвероклассники. А, ладно, давайте используем подмогу. Не, я ладно, я оставлю подмогу, потому что я знаю, что дальше будет круче. В принципе, вынужден согласиться с Элкой. Шестиклассники курят. Сколько у нее там? 15 хп. Пожалуйста. Вроде всех детей спасли. Ау! Ау! Ау, тик-так. А ну-ка вниз. А ну-ка сюда. Отлично. Пройдем же до конца. Чё ж мелочиться-то? А, кстати, есть вероятность, что он здесь будет. Потому что он же был вроде как в стандартных.
выпусках. Насколько я помню, по крайней мере. Ау! Я дал им себя атаковать. Нет, мне больно. Мышь, не насилуй меня. Я убил мышь. Так. Опс, не то. Сюда, сюда. Что-то как-то электричество их ни хрена не покарало. Баттер, живи, мужик! Так, хилим Баттерса, хилим Баттерса. Стоп, где у меня там? Целебный эликсир, большая штука. Хилься. Молодец! У тебя больше хп. Ты будешь первым. Черт! Неудача за неудачей, они преследуют меня. Так. Баттерс, похиль хотя бы его. Отлично. Появилась новая способность. Наверное, на следующем заюзую. Уже как-то про Кенни забываешь все время. Он... Я здесь немножко слабенький, на мой взгляд. Мы, кстати, левел подняли. Я тут даже не заметил этого. Так. Здесь ничего? Здесь ничего. А здесь у нас что, я не помню. А, точно, точно. Здесь какая-то странная хрень. Давайте до конца пройдем. Почему бы нет? Когда я в первый раз проходил, я даже не знал, как забраться вот туда вот. Знаете, я тут сейчас подумал. Походу, я зря сюда пришел. Не, ну мелкие-то ладно, пофигу, они не... Да. Нет, не буду. Не буду. Я не использую Иисуса. Только честно, без читерства. Я даже потом объясню, почему я не хочу использовать Иисуса, потому что чуть-чуть позже нам дадут более крутую обилку, которую можем призывать раз в сутки. В общем, она нам понадобится еще. А он выжил. Да.
В общем, если кто знает, как вот сюда пройти, скажите мне. Я буду вам благодарен.